купили надувной бассейн такого плана. Тим, я уже минут, наверное, 5 стою, заливаю, только, по-моему, лужу сделал в нем. Бассейн на 3500 литров, получается 3,5 тонны воды мы должны залить сюда. Конечно, разоримся с этим бассейном, походу, но посмотрим, как пойдет. Хотя бы один разочек надо залить. Выложу фотку или видео после того, как мы зальем его. Да. Хотел бы я быть ребенком в своей семье. Батуты, качели во дворе, домик маленький собственный, бассейн. Просто круто. Даже не знаю, что еще добавить. Что еще можно во двор поставить, чтобы детям развлекаловка была? Если есть подсказки, давайте сообщения мне присылайте. Он бассейн уже наполнился, ну, наполовину, наверное. Часа 2,5 наполняется. Получается, если наполовину наполнился, тут уже больше 1,5 тонн воды. Дети уже прям плавать могут. Поплаваем. Да. Ну пусть наполняется и все. Ну что, как Тимох, нормально? Плавает. Проплыви отсюда вот до сюда. Вот с этого края. Давай. И вот сюда, да. Давай. Раз. Два, три. Супер. И обратно.